коллега просит это. Саша, мы театр, а клуба наша версия. Да. Вот поздравляю тебя, друзья. Красиво. Большое спасибо. Хотим вам пожелать процветания, чтобы под крышей этого дома сделалось как можно больше интересных, творческих, позитивных людей. Юбилей! Спасибо. А по состоянию из сегодняшней погоды, не очень, скажем так, лучший вариант осени, я прочитаю стихотворение, которое называется «Поздняя осень». Вновь осень сбросила подарки, забрав взамен у нас мечты. Я одиноко стала в парке, где сплошь раздетые кусты. Угасла радость возрождения, ты же живы и не живы. Все чаще вижу отражение, те и грусти в лужах дождевы. Последним махом пробурали, веселый почерк, солнце луч. Опять осенний ветер вправе, шестой входом хлестнуть. И боль заветовой утраты внушает сонная земля. Пейзаж медовый на закате, природа всем обвела. Ну а теперь позитивный ветер. Я тоже смотрю, у меня таких развлекательных авторских нету, а тут у вас такой Ниже Павел Алексей Ващенко называется когда-нибудь песня на все времена философские и юмористические песни. Песня называется «Когда-нибудь». Когда-нибудь исчезнет взгляд и прекратит скрипеть кровать. И буду путь меньше гряд, а больше петь и танцевать. Когда-нибудь починят краны, из воды исчезнет море. Говорили, будут хулиганы, когда-нибудь, хотя бы глазом глянул, а этот миг когда-нибудь. Солдат пустит командира смотреть хорошее кино, и в дворах пройдут турниры по городкам и домино. Светлеют наши взгляды, утихнут склоны пять минут. Если кто-то будет гадом, его простят, но не поймут. Когда-нибудь нас приведет нелегкий путь. Куда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь он станет властью, возьмутся за руки друзья, и будут женщины со страстью любить такие, как ты и я. Падут заборы и заборы, Россия спрятана на снах, и на бескрайние просторы когда-нибудь придет весна. Когда-нибудь,
когда-нибудь, когда-нибудь, озабоченным глазком взгляну на этот миг, когда-нибудь.